Теперь у нас еще и огромная тень от этой аркологии на город падает. Воды достаточно. А энергия все. Тю-тю кранты. Крутота. Я подставил свой город. В плане энергообеспечения. Да какого опять рванула эта хрень? Сколько можно-то? Зараза, хватит рваться постоянно. Одна и та же. Что здесь происходит? Какая нафиг катастрофа? Я не понимаю. Что мне здесь тогда строить? Пустой участок земли оставлять, что ли, или как? Это будет совсем бред. Почему здесь желтый значок постоянно, я не понимаю. Я вроде все разобрался совсем, и у меня огромная куча ресурсов. Какая-то киберпанк штука прям. По краскам неон, неон, огни неон. Кислотных цветов. Так, вместимость аркологии. Население 28 тысяч. В чем моя выгода, я до сих пор не понимаю. У меня тут выгода такая прикольная, что от самой аркологии скопилась пробка, которую невозможно здесь принять просто в этом городе. Сейчас будет такое веселье, что я просто не представляю, как с ним бороться. У меня живот порвется. От этого веселья я чувствую. Опять здесь за... Ну, это вообще... Это что-то и это нечто. В одном и том же месте постоянно вот это вот глючащее здание закрывается, открывается, закрывается, открывается. Как с этим? Как это понимать? Нужны магазины. Ну вот получите магазины. Че, сложно так что ли? Мне думаете этот магазин сделать? Пускай строится магазин, а мне не жалко. Главное, чтобы вы заткнулись нафиг. Да, пробище, конечно, ну жесть просто. Просто жесть. На въезд так, ну он до самой аркологии видно, вон заканчивается пробка. Примерно в том месте. Теперь здесь, теперь здесь. Она будет копиться до самого входа в аркологию. У меня всего 146 тысяч человек. А сколько у меня приезжих получается? 261 тысяча. Опять приезжие пошли. До этого приезжих не было. Они делись куда-то все. А после строительства аркологии... Приезжих стало в два раза больше, чем местных. Ну, это видно. Ну, посмотрите на это. Посмотрите на это. Жуть. Просто жуть. Теперь весь город превратится в одну большую пробку. А железной дороги оттуда не идет. Только шоссейные соединения. С этим, то есть, никак нельзя бороться. То есть есть тут дорога на въезд и все. Так и живи. Наверное, стоит здесь соединить дорогу с автомагистралью. Трамвайная остановка еще не позволит мне, я думаю. Позволила. Ладно, посмотрим, как это отразится на пропускной способности дорог. Эти тоже заколебали. Ну что значит высокий уровень преступности?
Детективный отдел, что ли, ставить? Но мне не позволят, потому что... У меня немножко не тот билд. В мэрии или где там, или в университете, я не помню. Да, в универе нужно это юридический отдел ставить, чтобы детективное агентство можно было обеспечить. Поэтому как бы не так, нифига это не поможет. Не создать бы этой дорогой еще большую пробку, чем она есть сейчас. Тормозит это движение. Зато здесь не будет такого столпотворения, я надеюсь. Они хоть как-то будут частично собираться на этой дороге и освобождать эту. А это, возможно, поможет все-таки кое-как разгрузить вот этот перекресток. Не всем же надо в эту сторону. Может быть, кому-то надо вот в эту. Большинству действительно надо вот в эту сторону. Ну да, это помогло немножко разгрузиться. Что там опять? Почему? Что? Уголь почти закончился. Замечательно. Блин, не успевают эти доставить уголь. Где уголь-то? Понятно. Так, металла на экспорт. Сплавы. Так, а здесь у нас что? Металлы, сплавы. Сплавы здесь надо убрать. Пластик. Пластика у нас вообще нет практически. Так, где уголь? Надо быстрее двигать копытами, как бы еще не закончилось. А то останемся без электричества, сразу весь город уйдет во мрак. И все, можно будет прощаться. Совершенно неожиданные какие-то, я не знаю, вот падает количество жителей, растет уровень преступности. Как это вообще связано? Сначала падает уровень количества жителей, а потом уровень преступности неожиданно растет. Бомжей, кстати, нету вообще практически. При этом, если бы бомжи там влияли на уровень преступности, как это, ну, на самом деле и есть, да? Бедные люди там совершают преступления и все такое. Это хоть как-то логически было объяснено бы, но здесь это, ну, никак не связано. И, соответственно, причины никакой ни у одного, ни того действия нету. И выглядит это как бред. Как бред, который я не могу понять, собственно говоря, решить поэтому. Я никак не могу понять, к чему это, с чем это связано и как это вообще решается. Как-то вот так вот. Почему-то игра притормозила, непонятно почему. Ой-ё, теперь понятно почему. Наверное, поэтому. Жуть. А может, просто надо перезайти. Ладно, сейчас посмотрим. Потушится пожар, если это поможет. Хотя он не должно тормозить из-за пожара. С чего она вдруг из-за пожара будет тормозить? Опять пожар. Везде пожары, везде забрасывается здание. Элизиум. Кто ждет Элизиум? Я жду Элизиум в августе. Мэтт Дэймон. Фигня. А создатель района номер 9. Это должно быть восхитительный, потрясающий. В общем-то, еще одной качественной фантастикой, которой так жестко не хватает в последнее время. Ну, конечно, так понимаю, что это будет такой боевичок. Просто в фантастических таких декорациях, более такой экшеновый, нежели район номер 9, но тем не менее, тоже интересный должен быть. Ну и с потрясающей компьютерной графикой, которую нам показали в районе номер 9, всего с бюджетом 30 миллионов долларов, на которое обычно принято какое-нибудь говно мелодраматическое снимать, без спецэффектов, с какой-нибудь J-Lo,
Больше сзади поп-звездой, блин. Поэтому Elysium все обязаны посмотреть, я думаю. Да, почему-то игра тормозит. Скорее всего, это проблема опять-таки с сервером. Скорее всего. Придется, видимо, на данный момент сделать паузу. И подумать, что ж такое-то творится с этими говеными жителями, я не понимаю. Я поставил уже второй полицейский участок. Как объяснить вообще то, что здесь творится? Странно. Очень странно. 126... Количество жителей до сих пор продолжает падать. Мне что, повысить налоги обратно? Вот поспорим, я повышу налоги, и все станет на свои места, и все будет нормально. Давайте поспорим, что сейчас будет 180 тысяч человек. Как минимум. То есть сейчас будет резкий рост населения. Просто резкий рост. Жуткий просто рост. Ну, взрыв я предвидел, просто я не хотел говорить. Но это не из-за налогов. Заколебали эти взрывы. Убить бы того, кто их решил добавить. И убить бы того, кто заведует этим дурацким сервером, который отвечает за количество FPS. Убийца на свободе. Вот, 132 тысячи жителей. И сейчас будет расти. Я повысил налоги, сейчас будет количество жителей расти. Причем резко. Это какой-то бред, честно. Оно будет непрекращающееся расти до тех отметок, которые у меня были до того, как... Толечный торнадо. Торнадо. Неплохо выглядит, но лучше бы выглядело, если бы не тормозил. Тормоза я тоже не понимаю, по какой причине. Я ничего не понимаю, по какой причине в этой игре вообще любое действие, которое происходит. Абсолютно. Абсолютно любое действие связано с каким-то бредом необъяснимым. Пока особо ничего тут не происходит. Не сказал бы, что это зрелищно, но и ничего торнадо не сделал. Ну, смотрите, уже 141 тысяча жителей. Потрясающе, правда? Потрясающее взаимодействие налогов на умы населения, умы проживающих в городе. Они думают, чем выше налоги, тем круче. То есть, если я снижу на 1% налог, то все уедут. Так оно и произошло только что. Реально так оно и произошло. И сейчас по-любому уровень преступности будет падать. Сейчас по-любому будут падать все остальные проблемы. Уровень микробов, уровень заболеваний, уровень пожаров. Только потому, что я повысил налог на 1%. Все такое прочее. А что у нас вдруг неожиданно? Все вроде нормально, должно собираться. Ну, видимо, из-за пробок все-таки тормозятся сборы мусора. Такое ощущение, как будто на первой скорости играю. На самом деле это третья, просто все стоят в пробках. Причем в двухполосных пробках, так что не объедешь. Ну, это жесть. Это аркология. Меня, по-моему, загубит город весь и все. В итоге. Аркология просто загубит мне город. Я попробую сейчас снять тачки с... большого яйца. Может быть, это как-то поможет. Но у меня здесь все машины. То есть никто в большое яйцо никогда не ехал. О, зато глюки пропали.
Зато пропали тормоза. Интересно, а вот теперь опять появились. Ну не знаю, может быть это от наплыва машин. Хотя скорее всего это опять-таки сервер. Машин, кстати, уже немного. На въезд в город скапливается. Хотя нет, как только я сказал, сейчас будет мегапробка. Они что-то стоят намертво, просто застряли. Никто никуда не едет. Просто уже полчаса стоят намертво. Жуть какая-то. Поставил пожарки. В результате количество пожаров стало красным. Я не знаю, как тут что. Я просто не понимаю. Максимена, что ли, ставить? Ладно, так или иначе, разберусь я это, с этим после того, как перезапущу игру. Невозможно просто с этими тормозами играть, так что прервемся.